Пушку достал, стрельнул, я ковбой, пуф-пуф, все, вас нет никого, понятно? Будете себя плохо вести, и тогда, к сожалению, у меня для вас очень грустные новости, потому что я похудел, хочу много кушать, очень много кушать, но не могу, работа. И потом в это очко засовываю Извините, руку. Я хотел... Что? Я хотел... Я отрублю тебе жопу. Ух ты! Это что, самолет? А? Какой классный! Почему моя попа ощущает на этих сиденьях жесточайшую жесткость? Объясните мне, а? Здесь можно смотреть кино? О, нет, сэр, это окно. Мне не нравится. Что это за придурочная палка здесь? Сэр, это... Вот это сиденье, короче, я... Ну-ка сядь сюда, да, давай. Да, хорошо. Садись своей жопой. Что? Ой. Мешает палка? Да, немножко. А если тебе сверху еще на, получай. Как вы себе все это представляете? Ой. Сэр, извините, мы обязательно... Короче, здесь должна быть плазма, а непонятное какое-то окно. Сэр, это очень дорого и... Заткнись. В общем, все это мне не нравится. Если ты еще раз откроешь рот, я тебя казню. Это что, розовые сидушки? Как так? Вы что? Ну, садитесь, они хотя бы мягкие. О, можно, да, спасибо. Ну-ка. Да садитесь быстрее, бля! Эй! Да, сэр. Знаешь, куда я сейчас засуну тебе этот палец? Куда бы ни засунули, я буду рад. Ты меня бесишь. Ой, простите, я не хотел вас перебивать.